У нас задача центрального пока только задержать. Так что ловушку ему и уходим назад. Раскладываем мобов по-шустрому. Центральная куча стоит. Блять, нихуя там мобов. А, они отагриваются. Они за толстым бегают. Нормально. Ой, это дрожает, слышишь? Большой. Вот большого и группу этих мух. Блин, да ну нахуй, просто взял и умер, блядь. Даже не дали кинуть камешек никого. Вот сейчас, по идее, самое то, как бы разложить именно мелких и толстого. Другого варианта тут не вижу я никакого. Не-не-не-не-не-не. Близко к яме не ходить, она все-таки там мелкие выпрыгивают. Мало здоровья, отбегайте, чуть-чуть похильтесь, как бы ничего страшного. Вот сейчас я еще стану, заебись. Да вот, давай, чуть-чуть. Бля, вот сейчас нормально, только надо сейчас серебряного быстро валить. Так, не ложимся, ребят. Идите,
Так, давайте сейчас будете сносить центральную тогда. А я сразу туда закину. Дождь. Сейчас, подожди, надо резнуть всех. Скажите, как будете сносить? Я, в принципе, если меня сейчас резнут, я сразу могу дождь кинуть на центральную. Помогай, помогай. Чуть-чуть, один раз заюзать. Все, давай, подожди, сейчас я тебе скажу. Да. Дай дождь. Давай, давай. Сносите центральную, скажите, когда. Дальнюю, дальнюю. А, блядь, не туки. Дальнюю сносите, ребят, в углу, которая. Я, блин, дождем всех переогрел, и все, опять сдох. Кир за мной бежит. Чё, где еще куча? А, там осталось, да, еще одна? Помоги тут за мной. Все, кучи нет вроде. Лонсон. Сундук. Сундук. Голдовые слезы какие-то я получил. 5 слез. Да, я тоже. Фу, блять, это пиздец какой-то, не данж.